Остроухов Евгений Владимирович. Родился 12 мая 1976 года в селе Усть-Джигута Карачаево-Черкесской автономной области. По окончании средней школы в июне 1994 года был призван во внутренние войска МВД России и направлен в полк оперативного назначения в город Благородный Ставропольского края. С октября этого же года наводчик пулемета БТР. С ноября 1994 в составе войскового оперативного резерва выполнял боевые задачи по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики. 20 декабря 1994 года колонна внутренних войск попала в засаду на одной из улиц станицы Петропавловская. БТР, следовавший в первом в колонне в самом начале боя, был поврежден выстрелом из гранатомета. Евгений Остроухов, находившийся в его экипаже, был ранен в руку и в ногу, остался в боевой машине и вел ответный прицельный огонь из пулемета, уничтожив пулеметный расчет противника. В результате мужественных и профессиональных действий рядового Остроухова удалось провести без потерь эвакуацию экипажа и десанта из подбитого БТР. Остроухов последний выбрался из горящего бронетранспортера и, заняв позицию под днищем боевой машины, вел огонь из автомата по боевикам, после чего вместе с другими бойцами продолжал бой, укрывшись в подвале одного из близлежащих зданий. В ходе боя, который длился более 12 часов, он получил второе ранение, но остался в строю. К исходу ночи, когда группу усилило прибывшее подкрепление, Евгений потерял сознание. Указом президента Российской Федерации от 31 декабря 1994 года за мужество и героизм, проявленный при выполнении воинского долга, рядовому Остроухову Евгению Владимировичу было присвоено звание Героя Российской Федерации. После лечения продолжил службу. В 1996 году окончил курсы по подготовке младшего офицерского состава при Владикавказском высшем военном командном училище внутренних войск МВД России. Получил воинское звание младшего лейтенанта. Далее продолжил службу в Северокавказском округе внутренних войск МВД России. С 1999 года служил в специальном отряде быстрого реагирования управления по борьбе с организованной преступностью при МВД Карачаево-Черкесии. С 2001 года старший оперуполномоченный УБО при ГУВД Московской области. Неоднократно участвовал в контртеррористических операциях на территории Северного Кавказа. 25 августа 2002 года старший лейтенант милиции Евгений Остроухов трагически погиб в ходе проведения специальной операции по пресечению действий незаконных вооруженных формирований в чеченском селе Старые Атаги. Похоронен на родине. Спи спокойно, российский боец.